Всем привет! Вы на канале Салмар. Сегодня мы будем готовить клубничное варенье. Нам понадобится на килограмм клубники, килограмм сахара. Кто хочет, может еще положить ложечку лимонной кислоты. Значит, нам нужно помыть клубнику, откинуть ее на дуршлаг, чтобы вышла вся лишняя влага с нее, вся вода. И теперь нам нужно клубнику почистить от хвостиков. Она у нас крупная, поэтому я буду ее резать на 2, какую-то даже на 4 части. И складываем в кастрюльку, в которой мы будем делать варенье. Из этих хвостиков с кусочком клубники я потом варю компот, который мы сразу пьем. Это я не выкидываю. Если на клубнике есть какие-нибудь помятости, их лучше тоже отрезать. Итак, мы делаем со всем килограммом клубники. После того, как мы очистили и порезали клубнику, нужно засыпать сахаром. Повторю, килограмм клубники на килограмм сахара. Клубника должна будет дать свой сок, и завтра мы уже продолжим. Это теперь ставим в холодильник. Желательно это сделать вечером, чтобы она ночь постояла в холодильнике, дала достаточно сока. И утром можете приступать уже непосредственно к варке. Наступило утро. Клубника дала сок. Теперь ставим это на огонь. Как только закипит, убавляем и варим примерно 2-3 минуты. Сразу потом закатываем в баночки, закрываем крышкой, переворачиваем и ставим в одеяло, либо в полотенце. Вот варенье прокипело. Пенку надо снять. Но в процессе варки я тоже снимала. Сейчас еще она чуть появилась. Сейчас снимем. И нужно простерилизовать банки, крышки. И наливаем варенье в баночки. Вот так вот нужно до верха залить вареньем. Закрываем крышечкой. Ставим вверх ногами в теплое одеяло, закутываем все это в одеяло до полного остывания. Потом я обычно храню в холодильнике. Если у кого есть подвал, либо другое сухое прохладное место, можно хранить там. На вид варенья уже когда остынет, ничем не отличается, поэтому показывать, какое оно на следующий день, я уже не буду. На этом все. Ставьте лайки. Подписывайтесь на канал, будет много всего интересного. Всем пока!